Привет, друзья! Вы на канале Зеленый Попугайчик ТВ. Давайте посмотрим, где же наш Тоша. Тоша занят очень серьезным делом. Вот полюбуйтесь. Вот он, Ташуня наш. Всегда у нас он утром очень активный и начинает очень весело играть. Для Тоши это как работа. Вот что он хочет, по-вашему, сделать с этой подушкой? Как вы думаете? Перевернуть, поднять, раскачать? Напишите, как вы думаете, в своих комментариях, что же Тоша хочет сделать с этой подушкой. Такое ощущение, как будто он хочет перевернуть. Мне вот так кажется. О, сверху залез, да, Тоша? Так наш Тошка развлекается с подушкой. Нашел себе занятие. Тоша наш никогда не скучает. Все время сам себе что-то находит. Да, Тошка? Тоша даже меня не слышит. Так увлеченно он занят своей работой, игрой, что даже на меня не реагирует. Перестал теперь на камеру реагировать. Тоша!
Пашка! Ташуня! Что ты там делаешь? Расскажи. А, Тош? Вот, друзья, так Тошка наш развлекается. Нашел себе игрушку и развлекается. Я думаю, он вам передает привет со своей хозяйкой, которую зовут Светлана. То есть это я. Мы с вами прощаемся. Тоша будет очень долго играть, я так чувствую. Оставим его с этой подушкой развлекаться. А мы с вами прощаемся. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить вот таких интересных видео с Тошей. Канал называется «Зеленый попугайчик ТВ». А всем пока-пока. Ставьте лайки. До скорой встречи, друзья.